Эфир телеканала РБК Уфа продолжает программу «Дело». Меня зовут Равиль Ватолин. Здравствуйте. И сегодня мы ведем свой эфир из нашей выездной студии, которая находится в Уфимском конгресс-холле. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Наталья Починок, ректор Российского государственного социального университета и депутат Госсобрания Республики Башкортостан Рустем Ахмадинуров. Добрый день еще раз. Ну, тему сегодняшней нашей программы выбрали все-таки социальное предпринимательство. Как раз-таки Российский государственный социальный университет этим и занимается, и выпуском студентов. И, конечно же, непосредственно работой в части студента, вуз и работодатель. Вот первый вопрос у меня тогда к Наталье Борисовне. Наталья Борисовна, вот как считаете, сегодня насколько хорошо построена работа, когда выпускники успешно выпускаются в жизнь после института? И вообще институт вообще помогает ли вуз в трудоустройстве? Вы знаете, сейчас эта система полностью, наверное, стала похожей на то, как она должна работать. Действительно, вузы ориентируются на работодателей, работодатели стараются ориентироваться на вузы. И такие успешные практики есть в том числе на территории республики. Так как вот кластеризация, это мы называем кластеризацией, когда есть все ступени образования и общая, и специальная, высшая, и работодатель, они интегрированы вместе. И только так достигается успех. Но, опять же, пока это лучшие только практики, и вся Россия так пока не начала работать. Именно поэтому здесь, на кадровом форуме, мы собрались, чтобы этот вопрос обсудить и наметить планы и решить их. Ну что, Марат, ну вот вы, как непосредственно практик, как считаете, насколько у нас это хорошо поставлена работа в части студента, вуз и работодатель в республике? Ну, знаете, мы находимся в самом начале вот пути выстраивания какой-то системной работы, но нужно сказать, что вот в прошлый форум он инициировал проект, торгово-промышленная палата его инициировала, проект «Право на старт». Он позволял студентам на старших курсах, на последнем курсе, получить полугодовую практику на предприятиях, ведущих предприятий республики. Они получали в это время не только практические знания, но и определенную оплату и запись в трудовой книжке. И когда они выходили с дипломом, у них сразу было, условно говоря, полгода, 9 месяцев опыта работы, и это, конечно, позволяло им в том числе находить свое место на рынке труда. Но пока это все-таки, ну, скажем так, все-таки не системная работа. Вот наша задача сделать эту работу системной. Но вот это вот, если это наша задача, она когда все-таки выльется в некие конкретные шаги? Ну, конкретные шаги, Наталья Борисовна. Конкретные шаги все-таки они есть. И вся система образовательной траектории прикладного бакалавриата именно на это нацелена. Вопрос в том, насколько образовательные учреждения и региональные власти, потому что они влияют в первую очередь на то, чему и как учат образовательные учреждения региона, организуют этот процесс. Потому что, ну, вот в стенах Российского государственного социального университета это уже давно применяется. Мы полностью интегрированы с целями и задачами социального блока, на который мы в первую очередь ориентируемся. И мы меняем наши образовательные программы, наши подходы, наше видение, в том числе с изменением законодательства. Вот, кстати сказать, в этом году начало действовать законодательство об основах социального обслуживания граждан, которое полностью поменяло взгляд на то, что значит работа социального блока. И происходит сейчас очень активными темпами разгосударствление этого сегмента. То есть, получается, появляются вновь и вновь социальные предприниматели, либо некоммерческий сектор. И на самом деле, вот эта динамичная реакция вуза на то, что происходит и востребовано на рынке, то, к чему меняется законодательство, вот мы это делаем. И это делают другие индустрии. В первую очередь, инженерия уже полностью перестроилась, и все высшие учебные заведения именно так работают. Вопрос в том, как сделать это массово, как связать вот эту цепочку школа, специальное учреждение, вуз, работодатель, вот в интегрированный кластер. Если этого не сделать, то... Вы вообще насколько считаете, вот эту цепочку насколько реально превратить в жизнь? Или все-таки это пока
пока несколько в отдаленной перспективе мы ее сможем реализовать, грубо говоря, там 10, 15, 20 лет? Или же это все-таки вот возможно сделать за некий как короткий промежуток времени, 2-3 года? Знаете, наверное, в ближайшее время будет принято решение о формировании опорных вузов на территории субъектов. Это те опорные вузы, которые будут не только наиболее полно объединять в себе компетенции высшего образования, но и координировать работу, в том числе и образовательных учреждений внизу, в том числе и специальных. Для экономики именно региона. Именно региона. И, соответственно, они должны связать в том числе палитру специальных СУЗов для того, чтобы... если на том же Дальнем Востоке нет, скажем, сельского хозяйства, то зачем, что называется, там аграрий? Но смотрите, выпускники вузов зачастую самостоятельно решают проблемы, связанные с трудоустройством после завершения обучения. И вот эта непредсказуемость рынка труда, отсутствие полной информации о вакансиях, переизбыток тех или иных вакансий тоже создает некую проблему. Трусам Марат, здесь пытаются законодатели каким-то образом все-таки уменьшить количество тех же, я не знаю, экономистов, юристов, которые выпускаются, потому что не раз и власти страны заявляли о том, что все-таки нужны рабочие руки. Ну, в этом плане законодатель определенную работу провел. Во-первых, приняты в ГОС-3+, которые, в принципе, создают возможность для вот, развития прикладного бакалавриата, прежде всего. Я хочу сказать, что вот, прикладной бакалавриат – это как раз практикоориентированное образование. И о том, что говорит глава республики, что мы должны быть ближе к потребностям работодателя. Но заметьте, у нас пока сегодня 11,8% из всего бакалавриата является прикладным. То есть вузы пока не особо-то внедряют в этот практикоориентированное образование. Следующая задача, которую ставит глава, опять же, на августовском совещании, это формирование технополиса с участием ведущих предприятий. Вот в рамках нашей интенсив-сессии мы тоже этот вопрос будем обсуждать. Будет совет ректоров активно занимает здесь позицию. И мне кажется, что если мы вот такие системные решения, формирование региональных опорных вузов, которые в Министерство образования России сейчас приступает, вот такие системные решения будем проводить, то, мне кажется, большинство выпускников, они действительно будут востребованы в экономике региона. Но вот вы говорите, что вузы не внедряют этот самый бакалавриат, практически. Вот здесь каким образом на вузы тогда можно, что называется, повлиять для того, чтобы они все-таки активнее? Ну, Министерство образования влияет, оно сокращает бюджетные места на те направления специальности, на которые не нужно. Да, переизбыток. И увеличивая, то есть регулирует это, конечно, государственную политику Министерства образования России. Наталья Борисовна, вы как раз-таки ректор университета. Вот здесь у вас каким образом происходит внедрение вот этой самого блокового Сближение с работодателями. Ни одной специальности, ни одного направления подготовки у нас нет сейчас без закрепления ключевого работодателя за ним. И это представители ключевых отраслей. Закрепление осуществляется не просто формированием базовых кафедр, но в том числе и реальное участие в проектировании образовательной программы. Практикоориентированность, современность и вот тот девиз, который мы ставим во главу угла себе, готовя кадры, чтобы студент и работодатель встретились не в конце пути, когда студент, получив диплом, уже выходит в свободный океан плавания, а на третьем, а может быть даже и на втором курсе. И наша задача, и это шаг в том числе следующий, доверие работодателя, как можно больше наращивать фокус на целевую подготовку, когда сам работодатель выходит с инициативой, финансирует образовательный процесс и требует с образовательных учреждений уже то качество. Но вот если положить руку на сердце, вот насколько сегодня работодателям интересна подобная работа и вообще насколько они проявляют активность, вот что они заинтересованы в кадрах, потому что зачастую приходишь на работу и все-таки не зря сложился этот стереотип, что когда приходишь на работу, тебе говорят, забудь все, чему тебя учили в высшем учебном заведении. Вот здесь вот насколько работодатель в принципе Промышленность вынуждена просто формировать и курировать собственные учебные заведения, в первую очередь по подготовке рабочих профессий. Но это мы говорим о СУЗах, наверное, больше. О СУЗах. Да. С точки зрения высшего образования здесь все очень неоднородно. И если говорить о социально-гуманитарном блоке, то... Наверное, действительно такого сближения не происходит, потому что в каждой корпорации создаются и процветают корпоративные университеты. И вы знаете, здесь происходит некое
с одной стороны, работодатели хотят получать готовый кадр, с другой стороны, продолжают инвестировать в развитие корпоративных университетов. И даже те работодатели, которые имеют в долевом участии государство в структуре капитала, вместо того, чтобы действительно взять шефство или... Я как раз и хотел сказать, вы говорите о корпоративных университетах. Зачем их создавать, если можно те же деньги направить на какой-то факультет определенный вуза или кафедру, и, конечно же, соответственно, растить себе кадры? Именно такой подход мы обсуждаем в рамках Ассоциации работодателей. Вот я в Деловой России как раз возглавляю направление профессионального образования. И это тот вопрос, который является, наверное, культурой современного бизнеса и современного социальной ответственности бизнеса и образовательных учреждений. Когда мы говорим о том, что работодатели, доверяя определенным руководителям или определенным вузам, говорят о том, что мы не будем инвестировать средства в развитие корпоративных университетов, и мы будем инвестировать в создание таких же инструментов или в аутсорсинге корпоративных университетов на площадке вузов, и мы будем требовать с вас результат. Вот только такие подходы будут уместны. И они, на самом деле, наиболее легко и наиболее четко могут быть внедрены на территории субъектов, потому что именно здесь вот это приближение политики, работодателей, нужд и потребностей региона с точки зрения приоритетных направлений на развитие, оно собрано воедино. Я считаю, что как раз республика может стать вот таким уникальным таким экспериментом, когда на уровне руководства республики будет определено, что давайте мы не будем инвестировать в корпоративные университеты и будем развивать высшие учебные системы. Вот как считаете, у нас насколько в регионе развито это самое? Мне кажется, у нас корпоративное образование пока никто не вкладывался, ни та же Башнефть крупная, ни СОДА, ни другие крупные кластерные предприятия. Есть какие-то корпоративные программы, пока нету корпоративных университетов. Об этом задумывался Сбербанк, но он сейчас взаимодействует, в том числе, кстати, и с РГСУ. Что касается вот HR-форума, который четвертый HR-форум прошел у нас, проходит уже четвертый раз в регионе, в республике. Как раз площадка работодатель, вуз и студент – это та площадка, которую вот совет ректоров и ТПП каждый год выискивает какие-то насколько решения. Свои вот эти вот идеи удается доносить до собственников предприятий, до топ-менеджмента, для того, чтобы они все-таки вкладывались в образовательные программы? Здесь речь идет не корпоративный университет как структура, а каждое предприятие имеет свою кадровую политику, свои подразделения по обучению персонала. Да. И здесь имеется в виду именно это подразделение. Если он четвертый раз проходит кадровый форум, то вот насколько за эти годы удается все-таки немного пробивать тот же топ-менеджмент предприятий? Площадка работодатель ВУЗ появилась только вот в прошлом году. И когда первый раз пришли, то было сплошное недопонимание. Я помню, в нефтянике работодатели и вуз разговаривали на разных языках. Сегодня будет вести представитель совета ректоров, президент торгово-промышленной палаты, органы государственной власти. И мне кажется, вот те шаги, которые сейчас по созданию технополиса, по развитию системы дуального образования, по интеграции в участию ведущих предприятий, они... Мы увидим буквально в ближайшее время эти результаты. Ближайшее это сколько? Два-три года. Отлично. Ну и тогда поговорим, у нас остается не так много времени, о социальном предпринимательстве. Вот, Наталья Борисовна, как считаете, насколько сегодня востребовано подобное предпринимательство, потому что оно все-таки некоторые у нас недопонимают, насколько в принципе это выгодно или невыгодно. Вот вы как считаете, к этому как нужно относиться? Ну вы знаете, предпринимательство... Насколько нужно от государства отделить вот это вот социальное какую-то некую ношу? И... Знаете, должен быть сформирован такой вот здоровый баланс между государственным и негосударственным сектором. И, к сожалению, к огромному, именно как раз отрасль социальная, она, ну вот в связи с тем, что, наверное, она должна была быть подвержена реформированию, наверное, в самый последний момент, все-таки вот вектор следующий, что если не создашь конкуренцию, коммерческого сектора, который будет работать, предлагая меняться, в том числе государственному, не получится вот такой вот четкой взаимосвязи. И без поддержки вот стартовых позиций, которые должны быть, то есть деньги должны идти за
получателем услуг, и вне зависимости от того, куда пойдет, куда решит он обратиться, либо в государственное учреждение, либо в негосударственное. И именно как тоже страховой полис нам сейчас сделали, разрешили получать медуслуги и в частных клиниках. Конечно, и конкуренция качество. Улучшает качество, внедряет новые технологии, делает возможным с плеч государственного сектора все-таки переместить это в негосударственный блок. Я хочу сказать, что Россия, наверное, одна из последних, которая вот, ну, наверное, догоняет развитые страны. Я приведу пример. Вот у нас услуги сиделок в Уфе. Вы знаете, сколько стоит в сутки? 2500. Конкуренция, которая сейчас вводится, вот у нас в последнем наборе школы российской политики пришла женщина 55 лет, а мы принимаем вообще до 35-40 в школу. Так она вот с этим проектом, уже реализует его несколько месяцев, сбила цены до меньше 1000 рублей. Ну, смотрите, эта самая сиделка же тоже должна обладать, наверное, какими-то качествами. А это частное предприятие. Я имею в виду, что вот за 2500 абсолютно какой-то... С медицинским образованием сотрудник, который бы точно есть мог... Есть четкие критерии, есть требования к профессии, есть требования квалификационные, есть общественный контроль, который сформирован как раз за качеством оказания социальных услуг. Это все предусмотрено инструменты законодательства об основах социального обслуживания. И это все вот, по мере изменения, динамики изменения и перевода в негосударственный сектор социального блока будет работать. И, соответственно, здесь нет какой-то, знаете, может быть, вот неожиданной ситуации, когда вдруг вместо сиделки придет разнорабочий. Да. Вот. И система создана, законодательство работает, и теперь нужно его внедрить. И я хочу действительно высоко оценить тот вектор, который республиканские власти взяли на как раз вот этот путь создания альтернативной. Такой вот, гранты, которые выделяются. Через грантовую систему, через фокусировку внимания, чтобы как можно больше предприятий в социальной сфере создавалось через НКО, через вектор социального предпринимательства. И это вопрос будущего развития России, региона, и мне кажется, сюда нужно инвестировать. И еще мы, вот, может быть, тоже очень важный вопрос, все-таки вот на форуме мы его поднимали, это развитие электронного образования. Это очень важно. Дистанционного электронного образования. Дело в том, что сейчас именно через вот такое массовое просвещение, массовое обучение, открытые платформы образования можно достичь максимального результата и поделиться лучшими практиками, и создать те условия, которые заставят получать образовательную среду повышать свою квалификацию и людей третьего возраста через университет третьего возраста. Вот мы планируем третьего возраста как раз сетевое вот такое электронное обучение внедрить. Вот если брать не сетевое, вот не среднего возраста, и насколько сегодня, не третьего возраста, насколько сегодня абитуриенты готовы все-таки больше выбирать направление именно социальное предпринимательство в вузах? Ну, это одно из, вы знаете, одна из, наверное, новых модных направлений подготовки социального работника. И готовя социального работника в нашем университете, мы готовим его в первую очередь, в том числе и социального. Я хочу просто напомнить, помните, когда было государственное муниципальное управление, как молодежь просто штурмовала, что называется, эти факультеты государственного муниципального управления. Вот можно ли создать, что называется, и направление социального предпринимательства, чтобы его тоже молодежь штурмовала? Будет штурмовать. Это очень перспективно. Я думаю, что как раз вот в рамках создания Центра инноваций социальной сферы РГСУ должно принять сейчас самое непосредственное участие в этом на территории Республики Башкортостан. Как раз это будет вот тем объектом объединения всех образовательных технологий, лучших практик, проектных решений по развитию социального предпринимательства. И потом... под этим есть запрос НКО, вопрос, который вам задавали на кадровом форуме, говорит о том, что некоммерческий сектор, третий сектор нуждается в таких людях. Их нужно готовить. И мы будем этим заниматься. В завершении программы резюмируем, через сколько лет мы можем ожидать некого вот перекладывание, что называется, из рук государства непосредственно вот этих социальных обязанностей на предпринимателя, которые бы занялись этим гораздо более активнее, гораздо более, может быть, качественнее. Вы знаете, прогноз. Это происходит здесь и сейчас, и я вижу, что реестр участников социальных проектов будет расти, и это является фокусом внимания правительства, поэтому я вижу, что 2016 год станет таким мощным годом всеобщего охвата России в области социального предпринимательства. Я очень надеюсь, что законодательная база на уровне федерации тоже подтянется.
Отлично, Рустам Марович. Ваш прогноз по Башкортостану, конечно. Мы будем же в этом участвовать. У нас действительно с 1 июля переход вот начался. Закон о переводе некоммерческому сектору сферы социального обслуживания начал работать. И судя по первым результатам, я уже сказал вам по сиделкам, 3 дома частных интерната планируется создать уже в ближайшие полгода. И я думаю, что это направление некоммерческого сектора в сфере социального обслуживания будет набирать ход. И от этого выиграет самое главное потребитель, потому что контроль остается у государства, но возможность выбора у опекаемых, у малообеспеченных, у семьи нуждающейся появляется, как и у любого другого потребителя. А конкуренция рождает повышение качества. Вот я надеюсь, что все-таки эта конкуренция разовьется, и поэтому и хватит силы и, что называется, мотивации у всех, как у стороны государства и у государственных властей, так, конечно же, у предпринимателей. Это была программа «Дело», и в гостях сегодня у нас была ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок и депутат Госсобрания Рустем Ахмадинуров. Спасибо вам большое за участие в программе.